Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами начинаем беседовать о следующей недельной главе Тецаве, «Ты заповедай». И дальше рассказывается о том, что нужно принести масло для миновой. И большой раздел всей главы идет об одежде первосвященников или просто священников, потому что сыновья одеваются похоже на Аарона, но в то же время у них часть деталей не хватает. Только первосвященник одевается вот в очень сложную такую одежду. Остальные священники носят только эфод и шапочку специальную такую. Вот. И долго, очень долго, с очень большими деталями описывается одежда священника, мы о ней поговорим. Но хочется сразу остановиться, может быть, немножечко в разброс, на вещах, которые просто интересны, потому что что-то очень давно забытое, пропавшее в древности и до сегодняшнего дня вызывающее у нас удивление и в том числе вопросы. Вот какие-то детали нам будут наиболее интересны рассмотреть. Нам будет интересно рассмотреть. И первое из них – это вот такой какой-то древний обряд, древний обычай, который мы с вами сейчас никаким образом не используем, на что он может быть похож, как его объясняли наши комментаторы, попробуем разобраться. Среди деталей одежды, то есть вот у нас хошин, это такой, даже это не просто вот нагрудник, это карман, скорее на муфту немножко похож, то есть, наверное, с двух сторон, говорят, что он так петелечкой был сшит, вверху закреплен колечками, внизу закреплен колечками, но в него можно было что-то вставлять. В этот нагрудник можно было вставлять. И вот туда, в этот нагрудник, надо было положить урим ве тумима. Что это такое, правда, никто не знает. Догадываться могут, но правда никто не знает. Слово урим, очевидно, что это от корня ор, свет, то есть нечто, что делает возможным осветить ситуацию, осветить в данном случае просто свет, то есть разъяснить, сделать понятным ситуацию. Поэтому урим. Второе – тумим, корень тамам, тамемем. И если свет – это внести ясность, то там это, тамам – это корень означает нечто завершить, закончить или совершенный. Потому что очень часто эти два слова переводят как свет и совершенство. Свет – вот нужно было, да, символы света и совершенства. Нужно было вложить. И окончательно, вот тамам корень употребляется в таком слове, как окончательно, что-то закончить, чтобы это было завершено. И поэтому, скорее всего, намек на то, что если, правда, потом у нас не говорится про тумим, вообще не упоминается, в основном урим упоминается, но тамим – это как бы окончательное решение, которое нужно было слушаться, и оно безоговорочно должно было выполняться. То есть вот окончательный ответ. Дальше можно было не гадать. Два раза не спрашивали, и два вопроса одновременно или три вопроса одновременно не задавали. И предположительно, самое первое, что предполагается, это то, что на табличках, которые были то ли каменные, два камешка, то ли
это дощечки какие-то были, потому что у нас есть жребий, который был написан на дощечках. Мы его с вами помним. Это выбор козла, одного для Всевышнего, это на Йом-Кипур, одного для Всевышнего, Ладонай было написано на дощечке, а другого, Лазазель, это вот надо было в пустыне отвезти этого козла отпущения. И доставал одновременно в две разные руки, доставал первосвященник эти таблички из какого-то мешочка, как нам разъясняют комментаторы. И на каждого из козлов приходилось одного вели на жертвоприношение, а второго уводили в пустыню. Вот на кого падала эта дощечка. И вот первое, что говорят, у нас вообще гадание запрещено полностью, но вот говорят, что на этих камешках или дощечках, табличках были написаны слова вот буквально «да», «нет». Потому что вопросы были очень простые. Не было сложных вопросов, а как решить вот ту или иную проблему, делать или не делать. Чаще других задавался вопрос, выходить или не выходить на войну. И мы с вами, когда разбирали, года три, наверное, назад, когда разбирали главу о колдунах, то мы говорили о том, что очень странные методы гадания были, запрещенные методы гадания были, например, подбрасывали палку в воздух, хватали ее, ловили эту палку, а потом начинали кулаками идти вверх до конца. И вот если полностью помещался в последний кулак, закрывал, и палка ровно заканчивалась на этом кулаке, то это был «да». А если вот пол кулака, то есть вот частично там это торчало, окончание торчало палки, то это было «нет». Ну вот так люди гадали, потому что в то время было очень принято, это была общая практика для всего Ближнего Востока, о том, что по велению Бога, который надо было узнать, по велению Бога нужно было выступать на войну. То есть если он говорил «да», то победа была обеспечена. Если он говорил «нет», то лучше избегать войны, потому что можно было проиграть. Это было, поскольку войны велись, ну, как мы знаем из книги Шофтим, из книги Судей, войны велись каждые 10, 20, 30, редко, когда был перерыв 40 лет. Редчайший случай. Там прямо так начинается и покоилась земля в течение там стольких-то лет. Имеется в виду, на нее никто не нападал. А потом опять нападали. Поэтому войны были частым событием. И вот для победы нужна была гарантия, что Всевышний идет с нами. И вот в данном случае надо было вопрошать. И Давид даже нам рассказывает, что он попросил у пророка, он попросил у священника, вернее, эйфод, вот как раз не сам нагрудник, а то, что передником иногда называется, потому что у него две лямочки были, и поясом он подвязывался. Он попросил это, видимо, к нему все-таки были прикреплены эти каким-то образом урим и тумим. Я не знаю, был ли там хошен, он просил эйфод. И вот он как-то пытался выяснить, можно ли ему, значит, выдадут ли его и победит ли он, в общем, спрашивает. Вот, например, второй раз, когда мы в Торе встречаемся с Урим, это вот то, что Ор осветит ситуацию, это в Бамидбар пишется, рассказ идет о том, как Всевышний говорит Моше, чтобы тот поставил, после себя поставил преемника, и Моше обращается к нему, как это сделать, и тот ему говорит: поставь Йошуа бен Нуна, человека сильного духа, и пусть он будет, поставь его перед Элиазаром, и возложи на него руку твою, то есть это первое. Одна из первых примеров, что потом превратилось в смеха. Положить руку, он потом, Моше, две руки кладет, вот, усмах получается. То есть он передает ему часть своей власти и часть своего святого духа.
поставь его перед Элиазаром Коэном, перед всем обществом, дай ему указания на глазах у всех, мы потом будем разбирать, насколько это важный политический ход, дай ему от величия твоего, чтобы слушалось его все общество Израиля. И пусть он стоит перед Элиазаром, то есть вот назначает военачальник, назначает человека, который проведет через границу и поможет завоевать Кнаан. Моше знает, что он не войдет, поэтому нужен такой военачальник, но он будет стоять перед Коэном. То есть он не будет, ну, то, что называется, поступать волюнтаристски, он не будет сам решать, идти на войну или нет, он каждый раз будет спрашивать, это его обязанность. Это вот такое почти прямое правление Всевышнего. И мы знаем, что эпоха судей, не только 40 лет пустыни, но эпоха судей, это эпоха прямого правления Всевышнего. И потом очень сердится пророк Шмуэль, когда люди просят обычного царя, чтобы он им восставил. И тут будет, пусть он стоит перед Элиазаром Коэном, и тот будет спрашивать для него решение у Рима, с помощью Рима, перед Богом. И по слову его, то есть по этому решению, по слову Коэна, по слову Элиазара, по слову его будут выходить, то есть на войну или стану менять, но, скорее всего, это война, по слову его будут входить, то есть заканчивать войну, отступать или наступать. И все сыны Израиля вместе с ним, и все общество. И сделал Моше, как повелел ему Бог. Вот встречается уже, Тумим Лиму употребляется, а Урим – это вот проясняющие такие, проясняющие какие-то приспособления. То ли это да или нет, то ли это, ну, как правило, стараются особенно не гадать на эту тему, стараются особенно не гадать. Значит, вот вещи, которые помогали. То есть мы знаем с вами, например, что встретимся сегодня с этим. Мы знаем, что некоторые вещи нам с вами запрещены. Вот нам с вами запрещено гадать. Первосвященнику нет. Спрашивать Всевышнего – это не гадать. Хотя очень похоже, потому что если это был жребий, если это были да или нет, то, в общем, это близко. Но только в одном случае и только в одном месте – это, так сказать, возле святая святых. Это обязательно в переносном, а потом и в будущем это в большом храме, первом или втором, не имеет значения, но это уже было. И вот это разрешается. Нам с вами точно, например, запрещено зажигать в доме огонь в субботу и праздники, но не в храме. В храме это не распространяется. То есть в субботу были жертвоприношения, мало того, не просто жертвоприношения, а дополнительные праздничные жертвоприношения в субботу и в праздники, так называемая жертва хагига, и огонь горел. И его зажигали, его поддерживали, его зажигали. И вот такой огонь разрешается, но только в храме. Запрещено использовать это в повседневных целях. А что еще странного? Мы сейчас будем говорить об одежде священника. И здесь написано, из чего они делаются. Возьмут они золотые нити, голубую шерсть, багряницу, червленицу и лен. Голубая шерсть стоит и лен стоит, а у нас с вами запрещен шатнес. То есть в Торе Тора запрещает смешивать льняную и шерстяную нити, чтобы делать из них одежду. И в то же время вот везде запрещено, кроме одежды Коэна. Имеется в виду, что здесь подчеркивается разница между вот священнодействием и повседневной жизнью, и, может быть, сами запреты, например, они относятся к хок, то есть это необъяснимый запрет, почему шерсть и растительные животные нельзя смешивать, хотя, ну, так, в общем-то, это заложено в культуре многих народов, не только наших,
нашего, многих, что растительная пища, например, у некоторых африканских народов не смешивается с животной. Это вот такой своеобразный шатнес, потому что была борьба между кочевниками и оседлыми, и это была, в общем-то, такая непримиримая борьба, потому что оседлые считали кочевников, так сказать, не, во-первых, агрессивными, а во-вторых, не совсем честными. Это та самая история, когда евреи поселились в Египте, и египтяне с ними не сидели за один стол. Вот такая вот непримиримая борьба, которая могла закрепиться в форме того, что вот то, что относится к сельскому хозяйству, не смешивает то, что с тем, что относится к животноводству. Я имею в виду. Растительная пища или растительные продукты. Может быть так, а может быть для того, чтобы не десакрализовать то, что происходит в храме. Если все будут одеваться так, как в храме, то, собственно говоря, тогда в чем же разница будет между святым и не святым, как это очевидно распознать. Значит, вот тут можно, вот тут нельзя. Это же касается и бесамим, это касается благовоний. То есть у нас будет написано подробно, какие составляющие можно включать благовония, которые будут на жертвеннике воскурения, и точный запрет никогда не использовать это в быту. То есть я не могу, я знаю, что это приятно пахнет, мне хочется, но это для святого. Вот такая предназначенность, она сквозит через все законы, связанные с храмом, она сквозит еду, которая полагается священникам, нельзя есть никому, кроме них. Вот еда и еда, вот кусочек, вот мясо. Нет, это посвященное, и всякий, кто съест, да, так сказать, отторгнута будет душа этого человека из народа. То есть наказание страшнейшее горит. И вот такое посвящение, все, что относится, все, что... Вот, помните, в прошлый раз мы говорили о том, что мы берем повседневную вещь, которой мы пользуемся, и отдаем ее на строительство храма. И как только мы ее отдаем, как только мы меняем этот статус, она сразу становится святым. Точно так же и наоборот. Если что-то святое, Кодеш Кадашим, если что-то святое отложено и посвящено, и вот им взмахнули, например, приподняли этот кусочек мяса, то всякий, кто десакрализует его, то есть может человек нечистый сделать его из святого, наоборот, вернуть в повседневное, но это наказывается страшным наказанием. Поэтому вот очень трепетно мы до сегодняшнего дня с вами очень трепетно относимся, несмотря на то, что Тора, я имею в виду свиток Торы, с этим Тора, Тора не принимает ритуальной чистоты, и в то же время лучше ее не в положенное время, лучше ее не касаться, лучше ее не брать. Если выносят ее, то обязательно закрывают, заворачивают, потому что в современной синагоге это не храмы, естественно, это святость, она такая, в общем, ну, скажем, скорее содержательного характера, но в том числе и не только, потому что, например, запрещено, не то, что запрещено, нельзя запретить или разрешить, но в случае, если падает свиток, постится община, потому что это такая трагедия, десакрализация, упал свиток, ему нужно вернуть вот такое так, уважение и святость к этому свитку. Он не может его потерять, но мы должны ответить, мы должны своим поведением как бы вот осветить. Ну, как, например, у нас очень много вещей в этих главах, которые мы читаем, будут освящены, посвящены, освящены. Вот после того, как окропили кровью, после того, как помазали, там и сделали жертвоприношение, вот в этот момент меняется. То есть надо осветить жертвенник, надо осветить святилище само. Все это нужно освещать. То есть действиями людей мы меняем статус. И не дай Бог наоборот. Вот за это наоборот идет большое наказание. Вот.
И то есть это мы говорили с вами о том, что вот несколько вещей, мы сегодня с этим столкнемся, несколько вещей разрешены в храме и не разрешены для употребления в повседневной жизни. Вот оттуда немножечко осталось до сегодняшнего дня. Вы знаете, может быть, очень часто в синагогах, а синагога не является храмом. Храм может быть только на горе Цион, только там, где он стоял раньше. Синагога не является храмом, поэтому в ней не может зажигаться минва. Ханукиот, восемь веточек, похожие на минору, но это не минора, а ханукия. 8 веточек плюс 1 центральная шамаша, или там боковая центральная, ну, чаще всего, похоже на минору, это будет центральная. Вот ханукиот могут стоять, и даже свечи могут зажигать на этой ханукии. То есть она всегда стоит без свечей или со свечами, но не зажигается. А вот минова, если стоит, то без свечей. Вот ее не зажигают. Почему? Это храмовое, это святое. Это может быть только в одном месте в храме. Поэтому как символ, так сказать, еврейского народа, еврейской истории, религии, да, как символ может стоять, использоваться, не может. И вот тут подробно описывается, и еще будет целая глава, Галатха, будет описываться глава, как ею пользоваться. Нам пока сейчас до построения храма нет. Но описание идет все равно этого светильника. И тут написано о том, что надо его зажигать с вечера до утра. Споров очень много на эту тему. С вечера до утра. И называется он Нер Тамид. Но Тамид – это всегда. То есть постоянно. Нечто, совершающееся постоянно. Тамид – это навсегда. И Нер Тамид начинает говорить, о чем, собственно говоря, идет речь. Если написано с вечера до утра, значит, он днем не горит, это томит или не томит. Томит – это когда что-то всегда горит. Ну, как говорят во времена второго храма, все-таки пришли к компромиссу, решили так. Вот все 7 светильников, 3, 3 и 1 посредине, будут обязательно гореть, должны обязательно гореть ночью. А один светильник поддерживали и наливали в него масло даже днем. Но это был центральный светильник, значит, вот его. Чтобы это все-таки было выполнено заповедь Нер Тамид. И вот не с утра до вечера, потому что все боялись, что не очень правильно понимают эту заповедь, и все-таки что-то должно быть вот постоянно действующее. Вот решили, что один останется, один светильник. В прошлый раз мы с вами прочли цитату из Мальбима, который говорит о том, что храм нужно строить. Мы разбирали слово «бетухам», «я буду жить бетухам», «в них». Мы разбирали, и Мальбим пришел к выводу, что храм нужно строить внутри себя. И вот по описанию, как он строится – вот так, как мы говорили, слово за слово, поступок за поступком, внутри складывается жизнь как богослужение. Это очень, очень такая сложная система, сложная концепция. И самое прямое к этому отношение имеет минуа. Потому что минуа – это вот свет внутри храма. Представьте себе тишину ночную, когда не работают уже воскурения никакие, когда стол стоит, священников нет, ночью все спят, и вот только горит минва. И это такое вот это поучение, как говорят наши комментаторы, это поучение, что никогда, вот и никогда, даже когда ты идешь, когда ты спишь, старайся, чтобы свет Миной горел в твоей душе. И очень много комментариев, что символизирует минора. Мне нравится несколько из них. Вот. Но давайте попробуем
разобраться. Говорят о том, что Минора, это Бришит Раба пишет, Мидраш такой, сборник притч, объяснений, пишет, что Минора – это символ еврейского народа, вот всего народа. Он всегда должен, этот свет всегда должен гореть, потому что Исаия говорит о том, что вы будете светом для народов. Я не говорю сейчас о немножечко хвастливом таком понимании быть светом для народов. Бог избирает еврейский народ как носителя своего учения. Свет для народов – это в том смысле, что я выполняю команды, другой человек из другого народа смотрит на меня, я имею в виду, я выполняю мицвот, у меня получается безопасная, хорошая, правильная жизнь, и другой, глядя на меня, говорит: «Вау, я тоже так хочу». Как Исаия говорит, все люди придут, зайдут на гору Господню, в дом Бога Якова, и скажут: «Пусть научат нас, будем ходить стезями Его». То есть в этом задача Всевышнего. Он один народ выбирает как носителя, а остальные должны последовать потихонечку, последовать. Поэтому свет в данном случае – это носитель правильного учения. И поэтому второй комментарий будет, что такое нер-тамид. Это не символ народа, а символ самой Торы. Потому что Тора содержит в себе возможность получения мудрости, хохма. Если человек изучает ее, то он становится, он получает эту мудрость, и все его поступки становятся, ну, скажем так, правильными, во-первых, богоугодными, во-вторых, они помогают ему. Мы с вами всегда говорили, мицвот – это для нас, это и есть награда. Выполняй мицвот, потому что тогда тебе же будет лучше, ты будешь сохранен, ты будешь защищен этими же мицвот. Само исполнение их – это большой подарок. И поэтому один из комментариев, что нертамид, то есть когда мы с вами говорим об этом, когда мы ставим символ нертамид, когда мы смотрим на Арон Кодыш, в котором стоит свитки Торы, вот как бы должно возникать ощущение постоянно горящего света. Потому что Тора – это и есть свет. То есть хочешь прозреть, хочешь открыть, открывай книгу, и она поможет тебе разобраться, если вдруг какая-то ситуация не очень понятна. И я сейчас не помню, кто из комментариев написал: «Глупо идти в темноте». Ну, вспомните себя. Мы ведь очень часто говорим: «Ой, я запутался, я не знаю, что делать, я не знаю, куда идти, я не знаю, к кому обратиться, я не знаю». Это как в темноте. То есть, когда вы попадаете в ситуацию, вот когда нужно «тир-цурура», «развяжи узел, я запутался». И комментатор говорит: «Глупо идти в темном месте без помощи света. Упадешь, наткнешься на что-нибудь». В том-то и дело, что если ты в этот момент берешь в руки то, что может помочь, то есть свет Торы, то само собой начинает раскрываться, возможности появляются, ты видишь надежду. Это не имеется в виду, что там конкретный совет, куда пойти, что делать, кому что сказать. Нет. Ну, например, если мы с вами начинаем читать псалмы, а псалмы – это лучший учебник веры, именно так. Там нет законов, там нет, так сказать, ни мифологии, ни эпоса, ни истории. Там есть вот что-то другое. Как построить отношения с Богом? Но когда мы с вами читаем псалмы, один из них нас останавливает, потому что вот он как-то коснулся нашего сердца. И в этот момент у нас открывается, у нас появляется надежда, а значит, появляются силы, и значит, открываются глаза. Это тоже Тора. Это все входит в широкое понятие еврейского учения. Тора как еврейское учение. И поэтому
не надо искать вот конкретное, нужно читать, и сам способ, как Тора с тобой разговаривает, сама беседа с Торой может дать надежду, может открыть сердце и открыть сознание. Вот поэтому говорят, что Тора – это свет. И еще один комментарий, что Тора, вернее, не Тора, прошу прощения, Менова, то есть светильник, может означать заповеди и учения. Вот это не просто Тора, которую нужно читать, но и заповеди, которые нужно выполнять. И опирается этот комментарий на Мишлей 6.23. Там написано, что Ор, свет, это заповедь, учение, то есть Тора, вернее, это светильник, это лампа, заповедь – это лампа, и учение – это свет. То есть, если человек дает сдаку, если человек посещает больного, если человек поддерживает своего ближнего в трудные времена, если заботится о бездомном, кормит голодного, то в этот момент в мир приходит свет. Мир освещается божественным светом, когда ты выполняешь заповеди. То есть ты помогаешь людям. Мы сейчас об этом говорим, потому что храмовая служба сейчас невозможна. Мы помогаем людям. Это Милут Хасадим, добрые дела, потому что там продолжение есть. Что правильное наставление – это дерхаим, это путь жизни, дает тебе хороший путь. А вот хорошее наставление – это как раз и есть, как поучение отцов. Делай так, и делай так, и делай так, и будь таким, будь прямым, будь честным. И в этот момент мир начинает наполняться светом. Вау, красиво. То есть Минуа, когда мы размышляем о Минуа, мы сейчас не можем ее видеть, потому что ее нет. Но когда мы размышляем о миноре, которая стояла в храме, мы должны себе предполагать, что вот этот нертамид, постоянный свет, это то, что ты делаешь правильно. И тогда свет приходит в твою жизнь, а значит и в этот мир. Брешит Раба также говорит о том, что нертамид – это символ, символизирует любовь, доброту, великодушие, щедрость, которые приносят мир те, кто соблюдают учение Торы. Это продолжение вот того, что мы говорили, просто вот цитата Брешит Раба 36.3. То есть можно принести свет, размышляя о свете, и найдя символику этого, можно делать нертамид каждый день. Каждый день нертамид получается. Потому что то, что мы делаем, это шанс служить Богу. Я уже говорил об этом. Каждая заповедь – это шанс служить Богу. И вот жизнь как богослужение. Я понимаю, что это трудно, особенно если касаться каких-то мелочей, там, ходить так, вставать так, там, делать так. Я говорю сейчас о заповедях, которые имеют прямое отношение к отношению между людьми, потому что говорят, я буду жить бетахам, я буду жить среди них или в них, имеется в виду между людьми. Вот там. И мне понравилось такое выражение о том, что кого любят люди, того любит Бог. Понимаете, вы открыты людям, вы делаете что-то для них, они открываются как зеркало, они открываются вам. И в этот момент происходит пришествие Божьего света, божественного света. Он приходит, вы его притягиваете, он на вас не сходит. Но вот такое ощущение, это можно достичь. То есть я делаю это не для того, чтобы, и не за что-то, а я открываюсь потому, что это принесет свет.
Я открываюсь, я хочу этого света. Поэтому я не буду копить ненависть, я не буду копить зависть, я не буду делать это. Вы сами себе говорите все, что написано в Торе. Я не буду этого делать. Я пойду, скажу правду, но так, чтобы не было больно. Я пойду и сделаю что-то, что будет полезно. Это не важно, ответят мне или нет. Но вот что происходит в душе, да вот тот и происходит. Минуа зажигается. Сам свет в душе, радость от того, что ты делаешь что-то правильное и хорошее. Вот. Мне понравилось еще одно выражение. Есть притча, мидраша, о том, что это как если бы, мидраш часто как начинается, это как если бы, имеется в виду, помните, я первый упомянул, что это символ еврейского народа, быть светом для других народов, то есть нести это учение, рассказывать об этом учении. Это как если бы, странная очень притча, нужно посидеть, подумать над ней, это как если бы шли два человека. Один слепой, один зрячий. Шли бы они в темноте. И для того, чтобы видеть дорогу, зрячий слепому дает свечу и говорит, подержи, чтоб я видел дорогу. И комментарий идет о том, что это Всевышний дал свечу слепому еврейскому народу. Так можно читать. Но Бог ведь не человек, в том смысле, что ему не нужен. Он и так все видит. Ему не нужно смотреть дорогу. Что же он хочет? Вот этот слепой теперь будет нести свет. Значит, что же он хочет, чтобы, во-первых, чтобы тот все-таки прозрел, это естественно, и он прозревает. А второе, я хочу видеть, как ты идешь, я хочу видеть тебя, не дорогу, дорогу я знаю, как она идет. А Всевышний говорит, я хочу видеть, как ты идешь по этой дороге, и по тому свету, который держишь, ты не все еще понимаешь. Поэтому говорят о слепом, ты не все еще понимаешь, но ты держишь свечу, ты стараешься осветить этот мир, и я буду тебе благоволить за то, что ты это делаешь. И поэтому еврейский народ не останавливаясь, несет вот то, что мы говорили, свет учения, свет Торы. Ну, довольно так замороченная, потому что очень часто бывают мидраши, которые вот нужно повернуть его с нескольких сторон и посмотреть, кто есть кто. Ну вот. Теперь немножечко дальше. Вот мы мертвыми посмотрели, просто с этого начинается глава, и дальше идут одежды. И мы должны с вами порассуждать, а почему же одежды вот так описаны. Мало того, как мы уже выяснили, повторять нельзя. Ну, то есть нельзя носить то же самое. В повседневной жизни в быту. Какова же роль одежды священника? Несколько раз повторяется, чтобы люди восхищались и чтобы оказывали уважение. Ну вот, получается, самый простой смысл одеть одежду на священника, чтобы выделить его из всех других людей, вот он особенный, и на нем лежит некая, ну, так сказать, миссия, которая сама по себе эта миссия вызывает уважение, мы немножечко коснемся. Какова роль костюма? Мы с вами очень хорошо знаем, как действует костюм на нас. Девочки хорошо знают, потому что если они купили новое платье, то они улыбаются, они чувствуют себя красавцами, они радуются первое время, пока не привыкнут, что вот это вот каким-то образом их выделило. Мальчики тоже знают, что такое одежда. Военная одежда дисциплинирует, подтягивает и, так сказать, дает возможность эффективно быть защитником Родины. Или, например, спортивная одежда. Попробуйте одеть кеды, спортивные штаны, курточку, и вы чувствуете себя по-другому. Вы идете немножечко так пружинисто подпрыгивая, вы готовы к каким-то... Ну, то есть одежда настраивает. С одной стороны, она может
придавать вам статус. Как мы уже сейчас говорили, эта одежда выделяет из всех остальных первосвященников и священников. Мы знаем с вами, мы видели много раз, когда выступают в каком-нибудь там собрании, ну, не в России, как-то не принято после революции, но раньше все, так сказать, члены правительства каким-то образом носили цепи с каким-то вот знаком, который говорил бы о том, что вот они занимают высокое положение в обществе. Я знаю, эполеты – это, правда, военная форма, но всевозможные награды, которые люди одевают, это выделяет, дает статус совершенно другой. Наградные шпаги, то есть детали костюма могут нам подсказывать, какой статус занимает этот человек. Обязанности на нем могут быть, о которых костюм нам говорит, например, полиция. Ну, вы сразу понимаете, зачем он здесь, чтобы штраф с вас взять или может быть, защитить. Вот. Судья, например, черная мантия одевает даже. Сейчас все это вернулось, в Советском Союзе не было, сейчас вернулось. Судья одевается определенным образом. Это тоже его выделяет. Мы подвержены с вами влиянию костюма. Костюм бывает многоречивый. Многоречивый. То есть многозначащий. Потом костюм – это еще всегда практически это показание принадлежности к той или иной группе людей, социальной группе людей. Вы знаете, например, как одеваются там хасиды такого или такого толка. Кто-то одевает большие шляпы, кто-то одевает штреймл, кто-то одевает халаты там стеганые, кто-то сюртуки длинные. В общем, по костюму можно определить, к какой группе относится человек. По костюму можно определить национальные признаки. Например, вы как не спутаете киргизский костюм или монгольский костюм с народным немецким костюмом. Это понятно. То есть вот принадлежность к группе, это тоже имеет большое значение. Это вот, как мы говорили, одеть майку команды. То есть вот такая команда вместе работает, в данном случае священники носили специальные рубашки, разные для служения и разные для просто повседневной жизни, но они все равно выделялись из других людей. Это всегда было видно. Но наши комментаторы обязательно добавляют что-то, что это не просто вот социальный заказ, и мы пользуемся им, как пользуются и все своими костюмами. Нет, Касуто – это современный, он когда-то был раввином в Италии, современный комментатор, сейчас в Иерусалимском университете преподавал, я сейчас не помню, в Иерусалимском. Он говорит, что Это одежда теперь такая, посвящен, вот этот человек посвящен работе в храме. И это уже сразу, это не просто отдельная группа, это принадлежность к святости, то есть вот запрещенному, то, что нельзя десакрализовать, нельзя подойти к себе, похлопать его по плечу. Почему? Потому что если он идет работать, он должен быть ритуально чист. Не дай Бог, незнающий человек вдруг коснулся запрещенного чего-нибудь, до трупа насекомых, не видя его, и коснулся потом священника, он сделал, он передал ему ритуальную нечистоту. Вот в этом смысле колокольчики, мы потом немножечко поговорим, колокольчики могли играть роль, в том числе предупреждение, осторожно, не подходи, ты можешь нарушить целый процесс жертвоприношения и работы в храме. Поэтому Касута говорит, это принадлежность к святости, это не просто другая группа. Это важная часть, которую ты должен уважать, потому что она уже, вот эта группа уже сейчас идет работать, она занимается пивной, она занимается богослужением. Окей, хорошо. Пинхас Пели, тоже современный комментатор, он говорит о том, что, то есть нагрудник и
передник с именем колен, потому что на эйфоде были, на лямочках эйфода, мы читали сегодня в этой неделе главе, на лямочках эйфода, здесь один камешек, и здесь один камешек, шесть имен на одном, шесть имен на другом, это имена народа Израиля. И на нагруднике, на хошине, тоже 12 колен Израиля упомянуты. И Пинхас Пелег говорит о том, что это напоминание, то есть он одел, он видит, он смотрит на себя, он видит имена народа Израиля, и он должен себе напомнить, за кого он просит, за кого он служит перед Всевышним. Это не его работа, ну, в смысле, это его работа, но это не для него работа. Он не просто сам по себе человек, которому разрешили служить Всевышним. Нет. Он функцию выполняет, он выполняет защиту, он вопросы приносит оттуда, от народа, он ответственен за этот народ. Поэтому он не должен забывать, за кого он работает. Это говорит Пинхас Пелег. И он даже больше говорит, помните, я сказал, что это на лямочках, не только на нагруднике, но еще на лямочках, то есть вот здесь, на плечах. И он, очень интересная игра слов, он не должен забывать об их, то есть народных нуждах. Он должен носить тяготы народа на своих плечах. Это 28.12, в 12-м посуке написано. Прикрепи оба камня к лямкам эйфода, камни эти напоминания о сынах Израиля, и будет Арон носить их имена перед Богом на обеих плечах, на обоих плечах своих, как напоминание. Ответственность. Вы же понимаете, о чем идем речь. И в Торе упомянуто, и Пелег подчеркивает, что происходит с человеком, наделенным властью или наделенным статусом. Его назначает. Он выдвиженец от народа. Его назначают, ну, в данном случае, Коэна по крови, а народ, в общем, выбирает. За Цадоком пойти или за какой-то другой фамилией они могут выбирать. Не то, чтобы выбирать, но вот влиять на то, какую семью священников изберут для служения. Вот как первосвященники Коэна Гадоль. И поэтому человек, который достигает такого положения, очень часто я видел, и среди наших видел, человек, ему кажется, что он достиг, вот скажем так честно, карьерного роста, какого-то, да не карьера это, а ответственность. А человек забывает, и переподчеркивает, он забывает, зачем он стоит на этой должности. Жалко, конечно, но он начинает, так сказать, задирать нос. Он считает себя. Мне так понравилось определение, я сейчас не помню, какой-то психолог говорил о том, что лейтенант возомнившего себя королем, ну и короля, возомнившего себя королем. Вот это игра, вот эта игра. И Пелег говорит, он должен на плечах носить тяжесть. Он для этого здесь. Вот о чем говорит комментарий, когда о такой должности говорит как первосвященник, то есть фактически служитель Всевышнего, но ради народа. И Нахама Лейбович тоже вот в этом же ключе думает, и она говорит, она, правда, объединяет даже три детали. Вот два плечика — это имена Израиля, тоже 12 колен. Она у первосвященника, здесь описание есть, золотая табличка небольшая, и на ней написано «Кодыш Ладонай» для Бога. И Лейбович обращает внимание, что это, да, это детали костюма, но «Кодыш Ладонай» – это не только про священника. У него на лбу написано, что он посвящен Богу. Потому что кодыш означает и святой, и посвященный. То есть отделенный, выделенный, предназначенный.
Но она говорит, объедините три детали, это же один костюм. Имена Израиля, Кодыш Ладанай. Все вместе – это символ того, что весь народ посвящен Всевышнему. И с этим ходит Коэн. Он должен осознавать – это святой народ. Это народ, который призван, как мы в самом начале говорили, призван нести учение Кодыш Ладанай и все 12 имен, дважды повторенные. И Нехай Малибович это говорит. Это святость всего народа. Чудо очень красивое. Очень красивое толкование. И немножечко еще продолжим колокольчики. Тот же Касута, вот, бывший раввин итальянский, тот же Касута говорит о том, что колокольчики, ну, странно. Вот сами многие комментаторы говорят, что риманим такие там были как узелочки, но они похожи, поскольку они из сплетенных нитей, они были похожи на риманим, то есть на гранатики, маленькие гранатики по всему подолу. Но между гранатиками были колокольчики. И вот надо же объяснить, почему колокольчики. Мы с вами говорили о том, что это вот особенно может быть вот не... Не мешай святому происходить, не трогай, отходи. Вот если идет человек и звенят колокольчики, отходи, потому что в этот момент происходит что-то особенное, что ни в коем случае нельзя осквернить. А Касута говорит, что, ну, это многие комментаторы говорят о том, что страшно было служить в святилище, страшно. Мы знаем уже из книги Шмуэля о том, что человек коснулся, накренилась карета, в которой, ну не карета, колесница, на которой ехал Ковчег Завета. И человек из хороших побуждений хотел поддержать, чтобы, не дай Бог, не упало и не свалилось. Он руками остановил это падение и пошел дальше и умер. Потому что нельзя трогать святое. Это наказание. Вот если ты святое трогаешь, это наказание. Левиты могут, а ты не левит. Ты не можешь этого сделать. Поэтому вот такое запрещение было. И никто не знал, как это работает. И священник захотел в Кодыш Кадашим, святая святых, с этим Урим и Тумим. Он вопрошал Всевышнего. Крылья Керувов, как мы в прошлой главе читали, там над ними раздавался, ну, какая-то информация, как она была, то ли голосом, то ли он ощущал ее или видел ее, не знаю, никто не знает. Но когда он туда заходил, колокольчики давали знать всем остальным, кто вокруг работает, что он жив, просто жив, все в порядке, он двигается. Даже есть такой рассказ о периоде второго храма, когда к поясу айфода, ну вот к поясу, который потом поверху еще айфода завязывался, вот к нему прикрепляли канат, такую веревку, чтобы если вдруг долгое время не будет слышно колокольчиков, а входил он только в Йом-Кипур, то его тогда тянули за эту веревочку, и если он хас-выхалил, не дай бог, он умер, то его вытаскивали оттуда, чтобы мертвое тело не оставалось кодыш кадашим. Вот. И поэтому Касута говорит, это для сохранения жизни Коэна. Это хорошо. И он еще приводит пример. Он говорит, вы не можете прийти к царю, обыкновенному земному царю, вы не можете прийти без объявления. Вы должны сказать, что вы приходите, вы должны заранее договориться, вы должны войти и сказать, что вы вошли. То есть это вот такое предварительное сообщение о том, что ты пришел, ты не можешь прийти к царю незванно, негаданно, во-первых, а во-вторых, неожиданно, так что мало ли, чем он занят, мало ли, ты его можешь напугать. В данном случае, конечно, Бога невозможно напугать, но из уважения к тому, что ты входишь, колокольчики звенят, это знак того, что человек входит, и когда он выходит, тоже колокольчики звенят, знак того, что он выходит. Этим занимается Касута, он говорит об этом. А Яков Цви Мекленбург говорит о том, что это звуковое напоминание для самого священника. Он ходит, он звенит, и вот вы знаете, такое ощущение, что ему просто спать не дает эта мысль, которая ему все время напоминает колокольчики. Звуковое напоминание об осторожности.
напоминание, что священник – инструмент Всевышнего, служащий не для себя, но для народа Израиля. Во-первых, будь осторожен, ты в храме работаешь, будь осторожен, потому что там всего нельзя, выпить немножечко нельзя, потому что ты можешь путать пригодное и непригодное. Одеться неправильно нельзя, ты можешь сакрализовать, и потом придется опять освещать или что-нибудь в этом роде. Но будь осторожен, будь деликатен во всем, что ты делаешь. И второе, опять-таки, он подчеркивает, Мекленбург подчеркивает о том, что этот звоночек напоминает, я за народ пришел. Даже если священник сам боится, то само то, что его народ посылает на эту работу, это для него должно давать уверенность. Я за народ пришел. Поэтому много-много колокольчиков, как напоминание народу. Ну и, наконец, это, если просто суммировать, это просто красота. Просто красота. Как одет священник, что у него там синяя рубашка, что у него вышитые, что у него золото, вышитые какие-то детали, пояс. Он весь из себя как произведение искусства. И мы знаем, что да, у нас есть эстетическое чувство, у нас есть, глазу должно быть приятно, поэтому у нас некрасивый, уродливый священник, даже если он по крови священник, он не может служить, он должен, ничто не должно нарушать человека, как один мне знакомый сказал, что человек приходит в синагогу с открытой душой. С открытой душой. Нехорошо, когда туда, в общем, попадает что-то неприятное. Вот. Поэтому он в каких-то мероприятиях не участвует. И в спорах, я имею в виду ругань и спорах. И поэтому вот с открытой душой человек приходил в храм, и у него не должно ничто его перебивать, поэтому красивый священник совершает красивую службу. Туда же входят запахи, потому что те запахи, бисамим, которые разносились по всему храму, они должны были доходить до каждого, и он совершенно другое чувство испытывал. Звуки, которые раздавались, это и серебряные трубы, это и лиры, которые играли левиты, все вместе создавало, воздействовала человек и создавала определенную атмосферу. Нужно поддерживать атмосферу, чтобы сердце от простого, от эстетического удовольствия перешло к более сложному, так сказать, к духовной близости человека в этом месте, к духовной близости ко Всевышнему и его учению. Ну вот, наверное, мы сегодня закончим. Это малая часть того, что можно было поговорить. Но большое спасибо за внимание. До следующей главы, до следующей недели.